артикул 2056. Это винтовка. Вилла, которая стреляет 6-миллиметровыми пластиковыми шариками. Вот от нее упаковка. Вставляется в коробке пенопластовой с яркой такой крышкой. В комплекте у нас краткая инструкция, как заряжать. Немножко пулек. Сама наша винтовка автоматическая. Магазин, лазерный прицел, батарейки идут уже в комплекте. И оптический прицел, который устанавливается сверху. Ну, в общем-то, это такая имитация прицела. То есть он не увеличивает. Но зато, если мешается, можно взять, быстренько демонтировать. Так. Попробуем пострелять. Я уже зарядил сюда 3 шарика. Шарики заряжаются таким образом. Оттягиваем вот этот вот. Вот эту пружину вниз, заряжаем, все, ставим шарик сверху, и вот нужно убрать предохранитель, чтобы шарики падали вниз. Они падают вниз, и вот какое-то количество здесь может оказаться. Также здесь есть бункер, куда можем засыпать, вот так вот засыпать большое количество шариков, и потом одним быстрым движением, переворачивая и оттягивая пружину, мы заряжаем магазин заново. Вставляем и попробуем пострелять. Взвод происходит таким образом. Вот этот рычаг у нас нужно оттянуть. Ну и выстрелим, допустим, куда? Вот сюда. А! Холостой выстрел. Ну, первый так бывает, на самом деле. Видимо, он просто еще у нас этот шарик не попал куда нужно. Не. Что я так делаю? Что-то я не так делаю.